И снова здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Ну вот что я могу затеять на 1 апреля, кроме как видео по Крестории. Что я еще могла придумать? В общем, видео будет не про Кресторию, а про гачу. И вообще, как нам жить дальше, потому что... Вае... После того, как у вас пройден весь сюжет и практически уже очень много что в эпизодах, добывать... На 10 экспул будет крайне непросто и долго. Так вот, давайте поговорим о том, насколько целесообразна одиночная гача. Сейчас я получаю все бонусы. Новости. Бонусы. Ну, вон 4,5 у меня есть. На самом деле, я сейчас, конечно, об этом бы пожалела, но у меня острая нелюбовь к Крестории, поэтому мне, мягко говоря, все равно. Ну, давайте смотреть, что у нас тут есть в гаче. То есть, проверяем удачу. Сперва на вот этих билетах. Иди сюда, Эстель. Так, ну с первого раза, конечно, облом. Теперь предлагаю потратить 2500. И получите стель. Все, я восстановила ее на своем главном японском аккаунте. Так, ну и раз мы достали Эстель, можно сразу с ней поговорить. Так, поговорить.
где она у нас? Вот она. Сейчас я сделаю чуть погромче. Так, и вот ее все фразы. お菓子をくれなきゃいたずらしちゃいます。本当ですよ。見てください。こんなにいっぱいお菓子をもらったんです。ハロウィンについて書かれた本をいくつか読んでみたんですが、少しずつ違うところがあるんです。ハロウィンのお祭りのやり方ってその土地ごとに違ったりするんじゃないでしょうか。ハロウィンの時は みんな魔物の衣装を着るので誰が誰かわからなくなりますね。実はさっきも間違って知らない人にお祭りの説明をしていました。私ハロウィンが好きなんです。みんなと一緒に仮装したりお菓子を食べたり楽しいです。いたずらするお祭りでもありますけど、好きって思うのは変なことじゃないですよね。 Но у нее заедает, у всех заедает. То есть нужно фразы щелкать отдельно, а чтобы с анимацией посмотреть, тут не угадаешь. いたずらするお祭りでもありますけど、好きって思うのは変なことじゃないですよね。 Сейчас, наверное, мы ее сразу качнем, чтобы была. Я помню, было время, было так трудно выбить это все. Сейчас это настолько клевое дело. Ветер есть. Киви-шоужин-дес. Шикарага-афуре-такимас. К
книг, по-моему, нет у меня. Сейчас я посмотрю. Ну да, книг у меня сейчас маловато. То есть здесь упирается все в книги. Ну это, в общем, ерунда. Так. Вот она. Ну, в принципе, все. Истории, я думаю, все. Могу только показать персонажей, которые у нас сейчас здесь добавились новые. Но я что-то не уверена, что я хочу. В общем, дурацкая крестория, дурацкая. У меня такие два хвостика сзади маленькие. Бенкёва, мендоу да то канжиру токи мо ар кедо, ганбару ё. Има мананда кото ва джинсэй но доко ка де якудацу то омун да. Вот, ну, спасибо за внимание. Крестория у меня так. Можно считать, что в дропе. Практически. С остальным посмотрим, что будет в анонсе лучей на апрель и так далее. А так, у меня все сейчас будет в основном про Е. И причину вы видите. Потому что не про вот это же вести мне канал. Спасибо за внимание.